В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступления на Запорожском, Южнодонецком и Донецком направлении. Наиболее активные действия проходили на Запорожском направлении. Противник силами до 3 батальонных тактических групп, усиленных танками и боевыми бронированными машинами, под прикрытием дымовых завес предпринимал безуспешные попытки наступательных действий несколькими волнами в районах населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малотакмачка Запорожской области. Грамотными и решительными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии все атаки противника отражены. Кроме того, в результате комплексного огневого поражения 4 колонн резервов вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Малая Такмачка Запорожской области уничтожены 9 танков, 10 боевых машин пехоты вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Фигалевка, Масютовка, Кисловка, Тимковка Харьковской области и Стальмаховка Луганской Народной Республики.